Когда мне было 6 лет, я решила, что я буду снимать мультики. Где-то в подростковом возрасте моя мечта снимать мультики уже как-то оформилась, определилась в то, что я хочу быть кинорежиссером. Поступила я, к сожалению, не на кинорежиссера, а поступила я в наш национальный университет на социального педагога, практического психолога. Сейчас делюсь с вами этими знаниями. Но, тем не менее, моя душа лежала к искусству, и я начала снимать короткометражные такие маленькие видяшечки. Но я боялась их даже показывать. И один мой знакомый написал: «А почему ты, на YouTube не грузишь?» А я понимала, они никому не понравятся. Вот я загружу видео на YouTube, его никто не будет смотреть. И что вы думаете? Так и оказалось. У меня же топовый канал, меня же все смотрят, я же всем так надо. Ну, это же сарказм. Хотя я благодарна тем немногим зрителям, кто меня смотрит. Я чувствую, что я не зря живу. Хоть вас и мало, к сожалению, поделитесь с друзьями, чтобы вас стало больше. Литература – это движение к режиссуре. YouTube – это движение к моей режиссуре. Танцы – это движение к моей режиссуре. И в конце-то концов, после университета я поступила в Каневское училище культуры на специальность кино-фото-видеодела, и все равно я еще не снимаю хорошо. Я это понимаю. У меня не популярный канал, несмотря на то, что у меня там есть короткометражный фильм, и он где-то там побеждал, но у меня не хватает знаний. И я вам благодарна, друзья, что вы мне помогаете, и операторы, и просто даете обратную связь. Но вы же видите мой уровень. И я же тоже его понимаю, что я не умею хорошо снимать. И я обращаюсь к вам за помощью. Я уже не мечтаю о втором высшем образовании режиссуры, потому что у меня уже есть одно высшее. И тем более мне 31 год, а в Украине можно получить режиссуру только на дневном. Вы представляете, еще мне 5 лет учиться. За какие шиши? Но я нашла курсы, которые длятся всего лишь год. И я уже насобирала половину суммы на это образование. Я уже молчу о жизни в Киеве. Как-то я уже выкручусь, заработаю. На еду я просто впроголодь проживу. Но помогите мне добрать вторую половину суммы на это образование. Скиньте мне на карточку, кто сколько может, чтобы я в конце-то концов научилась таки нормально снимать. Я здесь оставлю номер карточки. Пускай чуть-чуть, но даже ваше чуть-чуть, оно поднимет мне веру в себя. Очень надеюсь, что моя история вас вдохновит, и вы выберете и свой путь, и будете по нему идти вместе со мной. Я буду очень рада. До новых встреч!